Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Приветствую вас, друзья. Помнится, однажды на своем канале я уже записывала обзор на СНГ мукбангер, после которого вы стали яростно просить меня продолжать в том же духе и даже записать собственный мукбанг. И я внимательно рассмотрела каждую подобную просьбу, немного подумала и решила, что... Что? Никакого мукбанга не будет, вы вообще кем меня возомнили? Я вообще-то уважаемая обзорщица, медиагигант и вообще профессиональный ютабер. Поэтому сегодня я собираюсь сделать вторую часть обзора на кринж мукбангеров, но в этот раз из загнивающего зарубежья. Да. Ведь там из разнообразия есть шокирующие, кринжовые, драматичные и даже печальные кадры. Но только в отличие от СНГ мукбангеров, концепция там немного изменена. А как она изменена, мы узнаем чуть-чуть попозже. Но для начала включите VPN, пожалуйста, и посмотрите рекламу. Новый год – время волшебства. И оно совсем скоро, а это значит, что вы начнете искать подарки для своих родных и близких. И для этого вам идеально подойдет сайт Всемайки. Только там ты найдешь особенные подарки для каждого. Например, для второй половинки можно найти крутую анимешную или мемную футболку. А для мамы вот можно выбрать теплый, милый и мягкий плед. И самое классное, что на Всемайки каждую неделю проходят новые акции. На сайте есть раздел «Сейл», где перечислены все товары со скидками. Например, выбираю толстовку 3D и вижу скидку в 32%. Но не стоит в этот волшебный праздник забывать о себе. И вот какой подарочный набор я приобрела сама себе любимой на Всемайке. Лично я, как бизнес-леди, считаю, что самым лучшим подарком являются деньги. И Всемайки помогли мне с этим. Поэтому я выбрала себе замечательную кружку с деньгами, чтобы пить чай и думать о бизнесах. Футболку с принтом купюры, чтобы носить деньги при себе. Шопер с банкнотами, чтобы иметь полную сумку денег. И, как вы уже поняли, мягкую и приятную на ощупь подушку, с чем бы вы думали, деньгами, чтобы было кого обнимать во время сна. Да, я люблю деньги. И вы, кстати, тоже можете заказать что-то для себя, ну или же собрать подобный набор для кого угодно к Новому году. На Всемайке более 250 товаров с принтами по совершенно любым тематикам, от игры аниме до знаков зодиака и имен. Либо можно зайти в конструктор и сделать крутой аксессуар или одежду со своей фоткой или любимым принтом. Так что сканируй QR-код на экране или же переходи по ссылкам в описании под роликом, чтобы уже начать выбирать подарки на сайте Всемайки. Ну а лично от меня лови небольшой сюрприз, скидку на 10% на любой ассортимент сайта. Итак, зарубежный мукбанг. В своем первом обзоре на мукбангеров, подсказка на который будет где-то здесь, я уже рассказывала немного поподробнее об этом формате. Поэтому, если вы вообще ничего не знаете о мукбанге, то рекомендую вам познакомиться с первой ознакомительной частью на моем канале. Я подожду. Ну а для тех, кто имел с мукбангом дело, я продолжу. Мукбанг за рубежом оказался более разнообразным, и, что закономернее, в некоторых случаях он оказался более отвратительным и кринжовым. И эти случаи я собираюсь разобрать сегодня, начиная от самого незначительного среди всего кринжа до гиганта отврата в мукбанге во всех смыслах. Как говорится, хорошего мукбангера должно быть много. Осуждаю. И начну я свой обзор на мукбангеров, пожалуй, с Hungry Fatchick. Ее настоящее имя Кэнди Кадаева. Родилась она 18 сентября в 1972 году в Теннесси и выросла в Южной Луизиане. На данный момент ей 50 лет. Кэнди начала свою карьеру в качестве ютабера и впервые запустила канал Hungry Fatchick 6 декабря 2010 года. А это почти 12 лет, и она до сих пор держится на плаву. И на самом деле в этой видеоблогерше нет ничего примечательного, кроме того, что она поедает на камеру огромные порции еды. И даже, я нашла эту информацию в сети, является одной из самых, если не самой, крупной видеоблогершей в формате мукбанга вообще на ютабе. Но, кстати, поедание огромного количества пищи тоже примечательно для зарубежного мукбанга. Причем не только в США. В Корее также многие мукбангеры поедают очень много еды за короткое время. Но если среди моей аудитории найдутся люди, которые будут осуждать ее за вес или за то, что она ест очень много еды на камеру, то на ее канале изначально все было честно. Она сразу заявила,
говорила о том, что создала его для того, чтобы на нем зарабатывать. Ну и тем более она не выказывала своего желания похудеть на камеру. Но все же здесь есть пара кринжовых моментов. Одна из причин, за которых она попала в сегодняшний обзор, это ее дружба и коллабы с Никакадо Авокадо, которая до сих пор выходит на их каналах аж с 2017 года. Today I'm here with Никакадо Авокадо. Hello. Hi, guys. Вообще, учитывая скандальный образ Никакадо Авокадо в интернете, удивительно, что они до сих пор общаются. Ну, а Никакадо позже. Но есть еще одна причина, по которой она попала ко мне в обзор. Но эта причина не выложена на Ютубе. И показать вам ее на Ютубе я не смогу. Но я и не сомневаюсь, что вы не особо хотите ее видеть. Потому что, скажем так, Кэнди снимает контент, ну... Да ты че? Для взрослых. Где она ест еду слегка иначе. So good. Ну, если, конечно, здесь вообще возможно употребить слово «слегка», потому что там настолько не слегка, что контент выложен на другом сайте. И я не буду вам его показывать. So good and tasty. Боже мой, создается впечатление, будто я вас на слабо беру. Но это не так. Нет, реально, я не хочу, чтобы вы это видели, я не буду вам это показывать. Так вот, мы с вами коснулись еще первого, более-менее безобидного мукбангера, хотя последний факт о ней, конечно... Все, нет. Так давайте перейдем к следующей нашей героине. Стоп. Это что, внезапная интеграция с напоминанием того, что 3 декабря в 6 часов вечера в Санкт-Петербурге пройдет моя первая фан-встреча, на которую ты все еще не купил или купила билет? И даже не думай сомневаться, потому что ты же не хочешь упустить возможность весело провести вечер со мной и купить мой мерч по скидке, а также поесть. Боже мой, уверена, что ты придешь. Бегом покупай билет, до мероприятия всего ничего. Вперед! Ссылка на покупку билетов в описании и в закрепленном комментарии. Вау! Начну с того, пожалуй, что если СНГ-мукбангер вызывают отвращение тем, что они чавкают на камеру или ругаются, порой друг с другом, то за пределами СНГ все немного иначе. Там мукбангеры выезжают на драмах и конфликтах, порой высосанных из пальца, благодаря действующей культуре отмены. Но давайте немного поговорим о самой Эмберлин. Эмберлин Рид родилась 27 декабря 1990 года в Ки-Уэсте в штате Флорида. На данный момент ей 31 год. В одном из своих влогов она утверждала, что у нее есть проблемы как с физическим, так и психическим здоровьем. И так же, как Кэнди, Эмберлин Рид поедает действительно огромные порции еды. Но только вот параллельно с этим она ведет блог о своем здоровье и похудении. Oh, wait, it's actually really good. Ну а действительно, а что не так? И вот этот момент, учитывая то, что у девушки большие проблемы со здоровьем, и она ведет свою деятельность на Ютубе, которая только усугубляет здоровье, является странным. Hey guys, welcome to a new video. Okay, so we have a mukbang. We have plantain chips. Не сегодня. И это вызывает вопросы не только у меня, но и у аудитории. Ведь именно аудитория Эмберлин Рид заметила за все существование ее канала, что девушка слегка, ну ладно, не слегка, а напрямую врет о своем желании похудеть. Потому что несмотря на ее здоровое питание, которое на удивление перемешивается с большими порциями фастфуда, Эмберлин в течение многих лет не сбросила вес, а наоборот набрала. Но помимо своей лжи о потере веса, у аудитории было еще несколько поводов ее ненавидеть. В 2018 году она вызвала переполох в сети после того, как люди заметили, что ее собака Твинки имеет лишний вес и неухоженно. В ответ же Эмберлин заявила, что Твинки это вообще-то такая порода собак. И вы вообще ничего не понимаете. И сами вы лишний вес. И быдло. Понятно вам, блять, уёбы. Ну и как итог, в 2019 году снова возникли опасения по поводу ее собаки. И люди на этот раз вызвали на нее службу контроля за животными. И я, как дикая док, всячески осуждаю такое поведение, потому что это вообще ненормально. И как я уже говорила, зарубежные блогеры просто обожают драму. Поэтому в основном ее блоги на канале посвящены ответам хейтерам, оправданиям по поводу веса, а также раздуванию конфликтов, которые с ней связаны и не связаны. Ну то есть, по сути, она занимается всем тем, что мы так не любим в видеоблогерах, но в то же время внимательно за этим следим, потому что все мы любим грязь. И мукбангерам, на удивление, тоже. И в этом есть небольшая ирония.
Японии. Если семейные СНГ-мукбангеры обычно орут друг на друга во время поедания пищи за гроши, то зарубежные мукбангеры строят на этом свою карьеру. Замечательно придумано, не правда ли? Нет, это отвратительно, лживо и только наводит грязь и так в последнее время до жути странном интернете. Но слава богу, что уже большинство не верит в ее россказни о конфликтах. Ну вот настало время поговорить о том, с кем у нее был связан один из последних конфликтных роликов на канале. Никакада. Авокадо. Но прежде чем мы с вами разберемся, кто же такой Никакада Авокадо, давайте в очередной раз разберемся, кто же такая Лиза Балашова. Ведь именно так называется моя первая фан-встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге 3 декабря в 6 часов вечера. На моей первой фан-встрече будет продажа мерча со скидкой, но вы уже и так можете его купить в моем магазине мерча. Ссылка будет в описании, а также в закрепленном комментарии под роликом. Также на моей первой фан-встрече будет еда, мое выступление. Ну и вы сможете со мной пообщаться, а также получить бесплатные подарочки на входе. Я вас всех жду. Итак, мы переходим с вами к самому, не побоюсь этого слова, кринжовому мукбангеру всея Ютаба. Никакада Авокадо. И инфы про него в интернете гораздо больше, чем про остальных мукбангеров. Так давайте узнаем, кто же такой Никакада Авокадо. Николас Перри, это его настоящее имя и фамилия, родился в Украине в 1992 году. В раннем возрасте его усыновила пара из США. Раньше Перри работал скрипачом и мечтал играть на бродвейском шоу. Изначально блогер на своем канале строил контент, посвященный веганству. Тогда еще парень не ел мясо и выглядел худощавым. Но в 2016 году Николас отказался от такого образа жизни из-за изменившихся взглядов и разочарования в сообществе ютаберов-веганов. Так сказать, связался с мясоедами и покатился. Соответственно, характер скверный, не женат. И вот именно тогда ютабер начал покорять публику своими видео поедания больших порций фастфуда. За 6 лет постоянного объедания Николас прибавил более 90 килограммов. Особенностью его мукбангов стали абсурдные и драматичные сюжеты. В своих видео блогер постоянно срывается, гримасничает и плачет. И в интернете уже многие успели обсудить его трансформацию из милого и адекватного парня, играющего на скрипке, в скандального блогера, который успел посраться чуть ли не со всеми своими коллегами по мукбангу, устраивая скандалы, выдумывая, судя по всему, ложные факты, призывая к отмене и так далее. Today I'm responding to Stephanie Sue. And the video she made about me entitled "Why I'm Scared of Никакада Авокадо". Я боюсь, я запугана, я боюсь, он моих детей убил. Я его боюсь, этого пидораса, блядь! Уберите его на... Ну, как бы он делает, так сказать, разоблачение, которое мы все с вами любим. I can't be silent anymore. I have seen Никакада Авокадо eat little children's. Oh, I'm sorry. Little chickens. Damn, Daniel. I'm not kidding now. Так, давайте без этого сегодня обойдемся. He is terrible person. I held candle. I'm not kidding now. I urge you to cancel. And he is my project. Yes, I say it again. Никакада Авокадо is project of wild dog. Everyone should know about it. Pity the little children. Oh, chickens. Oh my god. What if you can? Oh my god. We don't want to die. We're so young, please help us. We are crying in his stomach. That's cancellation. Mmm, so yummy. Oh, I'm sorry. I'm sorry. What a figure. Oh my god. Damn. Oh my god. I'm sorry. I'm not... Но, знаете ли, для нас, людей подготовленных, такая трансформация не очень-то и удивительна. Вот лично у меня, когда я знакомилась с его историей, возникло очень сильное чувство дежавю. Да нет, блин, не то. Всем привет, друзья, комрады, подписчики и подписчицы, случайные зрители, Влад Савельев. Фу, блядь, заебал эта ебатория. Да. Но факт остается фактом. Из обычного мукбангера Никакада Авокадо в погоне за вниманием, что, кстати, неудивительно, зная о его синдроме дефицита внимания, превратился в мерзкого трэш-блогера, занимающимся провокацией аудитории на негатив в его сторону самым абсурдным и вызывающим поведением в своих влогах. Срачи с его мужем, брение головы на камеру, выливание на себя всего того хрючего в огромных количествах, крики, еще больше криков, крики с набитым ртом, ругань с мужем и параллельное пожирание
понимание всего того хрючего. Короче, контент, который мы заслужили. И знаете, мне кажется, что никто из всех тех СНГ-мукбангеров, которых я обозревала ранее, ну а также всех тех, кого я перечислила в этом ролике, не сможет переплюнуть его в мерзотности. Что, кстати, с одной стороны ужасно, потому что такие блогеры, как Никакада, Авокадо, все еще держатся на плаву и имеют в интернете вес. Hi, I look skinny. Неплохой каламбур, не правда ли? Осуждаю. Но с другой стороны, это даже хорошо, потому что а нужны ли нам еще такие неприятные и омерзительные видеоблогеры, которые осознанно снимают абсурд в формате, который, по сути, должен отвлекать и расслаблять зрителя? То есть вы понимаете, насколько это сюр? Один из популярнейших мукбангеров в формате, который, по сути, должен помочь избавиться людям от одиночества, расслабить их, привлечь аппетит, делает все в точности наоборот, и он все равно остается популярнее многих? Боже мой, я, видимо, действительно ничего не понимаю в расслабляющих форматах. А, да, действительно, чья бы корова мычала? Суждаю. Ну а на этом мой обзор подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также оставляйте комментарии под роликом. Знали ли вы всех тех мукбангеров, которых я перечислила в своем обзоре? Как вы относитесь к мукбангам? Смотрели ли вы мою первую часть? Оставляйте любой комментарий, любому комментарию буду рада. Ну а также переходите в мой магазин с мерчом, ссылка на который оставлена в описании, в закрепленном комментарии под роликом. Ну и покупайте билеты на мою фан-встречу «Кто же такая Лиза Балашова?». На нее тоже оставлены ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Покупайте, приходите. Все, повторюсь, еще раз зависит от вас. Ну а также подписывайтесь на мои остальные соцсети, ссылки на которые оставлены в описании. Яндекс.Дзен и телеграм-канал Wild Собака. Кстати, в телеграм-канале действительно публикуется информация о всех моих роликах, стримах и так далее. Это важно, прошу вас подписаться. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Пойду, пожалуй, поем. У меня же, наверное, завалялось что-то, что я купила для обзора, нет?